тыла. Это клоун оно. Понимаешь? Ничего себе. Слушай, а может вот эту полить? О, реально. Там типа это, рука скелета. Наверное. Прикол. И нам дали еще ключик. Кренделек дали. Да, кренделек для кренделька нам дали. А если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то мы точно сможем пройти эту игру. Раз, два, три. Всем отличного настроения, коты, с вами котенок Лайк и котяра Веснушка. Веснушка, сегодня у нас пластилиновая игрушка, как Веснушка, созвучно. Начать заново, да, мы тут просто запустили и тормознули. Это Лайк, это не мы. Ну, бывает со всеми, я думаю. А сегодня мы с папой решили поиграть в вампиров. О, Кейси, почему бы и нет? Видимо, они пересмотрели «Сумерек». Наверное, надо играть это. Папа, можешь просыпаться, ночь уже началась. Пойдем кусать людей. О, это мне нравится. Да, это опасненько. Но здесь попадос. Да, батя, как обычно, отчебучил. Это, конечно, здорово, но помоги мне отпереть эту крышку. Жесть, крышка грубая, наши замки, даже кодовый замок стоит. Да, и смотри, у него дочка спрашивает, ну зачем ты закрылся на все эти замки? А у меня вопрос, зачем ты, в принципе, залез в гроб дома? Братан, ты чего? Может, там комфортно и уютно. У тебя же есть своя комната. Ладно, смотри, у нас здесь получается гроб с кучей замков. Его дочка, ее, по-моему, зовут Лиза. И... давай откроем красненький. Вот это? Да. Давай, ты знаешь пароль? Нет. Ладно, поехали тогда дальше. Да, поехали. Мы, кстати, взяли уже какой-то коричневый, точнее, серый камень. О, на мышку нажимай. Может, они что-то скажут. Они говорят, привет, как дела? Можно до самого низа их протянуть. Ага, потом еще и оттянуть куда-нибудь. Не, Весну, здесь такое не работает. Смотри, цветок какая-то. Это могила? Да, на ней все написано. Рядышком, смотри, там цветочек какой-то. Да, какой-то. О, какой коричневый. Уже. О, это а бабушка. Какой красивый, беленький. Бабуля-вампир, да? Что нам бабуля не оставила? Дальше. Нет, кстати, у нее там рука спрятана. Возможно, там что-то скрывает. О, может быть, сюда вот это серенькое сунуть? Да, вот это. Зачем ей серый, нет, серый камень? Нет, вот сюда. А, нет. В пушку? А, о, кстати, точно. Да. И что? А надо было... а вот еще какое-то, да, ядро. Может, ядро туда? И... и... да, все, короче, звукан просто. Мы все, что могли, мы сделали. Так, окей, а здесь у нас... о! О, что-то было. Можно крутить, что ли? Ну попробуй. А, это из колодца достается из... водичка. Да, сейчас мы что-нибудь тут. И надо перелить ее в лейку. А что, она куда крутится? Она то вправо, то влево крутится. Может, все? Все, доставай. Вообще жесть, она реально то вправо, то влево. Вот лейка. Теперь нужно в лейку. Да. В лейку. Во, отлично. И полить. Не знаю. А был где-то, нет? О, нет! Ну, начинается. О, ноу, ноу, ноу. Только не такие загадки. Какой кошмар. Все, короче, должно стать фиолетовым. И мы, кстати, о, были о. Близко к цели. Да. Ну, твоя нервозность нас подвела. Может, поаккуратнее как-то, котенка? Да, я тут прямо изо всех лап стараюсь. Вот, стоп, стоп. А смысл? Мне кажется, тут какой-то рандомный, на самом деле. Наверное, нужно крутить, пока нервы не сдают, тогда все станет фиолетовым. Ааа, какая жвачка. О, кстати, было прям вообще на изичи максималочках. Я не знаю, мы это докрутим когда-нибудь или нет. Да, погнали, вот эту всякую ерунду давайте оставлять напоследок. Кстати, она сохранилась в той форме, которую мы оставили. А это дед! О, а тут ничего зажигать не надо, свечи вот эти. Ну, нам нечем, по крайней мере. Но вот стоит дед и есть кружка. О, может, сюда свечка. Воды надо? Нет, лейку надо поливать цветы. Свечка, смотри. А, точно, надо зажечь. Чих-чих-чих. И... есть! Ключик есть. Сейчас мы этот ключик вставим, знаете, куда? Желтый замочек. Правильно. Звездочка. Отлично, а если мы в эту... о, кстати, я нажал. Я на банку нажал, чуть не пойму. Похоже на пирог. А как открыть-то? А, во. Крути, может, куда-нибудь. Кручу, верчу, запут, хочу. А это глаза. Может, надо ставить их вот сюда слева кому-нибудь? А это, кстати, привидение, но глаза ей не вставляются. В общем, смотри, мы еще нашли ядро, получается, и какой-то чувак. О, привет. Здорово, здорово. Может, он хочет глаз почитать? Возможно. Так, где у нас?
О, здрасте. Ты поняла, почему она руку подняла? Нет, почему? Смотри, это она. А, это подняла и там подняла. Да, то есть мы шли к пушке, а в итоге получили ключ, прикол. А где пушка-то, что-то уже. Пушка, вот она, ядро суй туда. У-ху-ху. О, вот он, еще один ключик. Получается, с третьего раза только нам дали ключ. Так, это сюда, зелененький сюда. Ну, осталось еще совсем чуть-чуть. Слушай, а может вот эту палить? О, реально, там, типа, это, рука скелета. Наверное. Прикол. И нам дали еще ключик. Кренделек дали. Да, кренделек для кренделька нам дали. Ну, осталось совсем чуть-чуть еще. А на желтенький ты нажимал? А желтая тоже какие-то цифры, здесь кругом цифры. А, что-то нам разные будут дать. Угу. Глаза, нужно куда-то ставить глаза, наверное. Глаза, куда можно ставить глаза? О, смотри. А, может, ему вставить глаза? Может, ну реально? О, точно. Слушай, ну в принципе... О, 5, 8, 12, поехали, фиолетовый. 5, 8, 12, точно? Фиолетовый, это вот это, наверное? Нет, другой, по-моему, фиолетовый. А, да, 5, 8, 1, 2. Еее! И да! Дальше. Прикольно, тут все логически, на самом деле, просто... Может, тут что-нибудь понажимать? Может, в кружку цветок? Я не знаю уже. А! О! Какая-то пиктограмма. Ну, я это не умею читать. А, подожди, вот это, смотри, это же летучие мыши. А, точно! Это получается... Сколько здесь уровней-то? Это первый, это третий, второй, четвертый. Ага! Все, понятно. Сейчас, первый. Нет, здесь третий. А, все, раз, два, а. Вот этот. И это самый нижний. Yes! А, вот он, черненький, да. Просто на изи мы проходим эту игрушечку. Еще три осталось, четыре даже. Еще четыре осталось на... О, кстати, мусорка. А, тут есть что-нибудь? Мусор. Все, что ли, один мусор маленький? О, 9, 7, 14. А, 9, 7, 1, 4. Да, слушай, а получается в первой части там ключ находился. 9, 7, 1, 4. И пилик-пилик. Смотри, нам осталось 3 замка. Да, 3 замочка и... А вот где там... А, все, поняла. Так, это мы смотрели. Здесь... Привидение. А тут в бутылке никто не вылазит? Нет, мы там только эти глаза взяли. Подожди-ка, что же... А, вот еще! А тут нету. Штопор. Вот нужно открыть штопором. Да, мы сейчас выпустим привидение. И она нам дает ключи. Ничего себе, ключ привидения, прикинь. Так, остается у нас 2 замка. Ну, один головоломка и вот, видимо, что-то связанное с этими коричневыми... Куда же ее можно впихнуть? Штукенциями, тут ничего нет. Пик-пик. А, смотри, вот они. Вот, да, и куда их? Может, походу сюда? Сюда, да. Слушай, это походу шестеренки, они. Да, часы должны пойти. И сейчас нам ключ дадут. Иху! У-ху! Теперь вот цветок этот нужно куда-то. Коричневый ключ. Так. А может быть цветок, где надгробие стоит? Нет? Никак его не получится впихнуть. Сейчас. Это, вот, конечно, было бы странновато, типа отдать вот этому мертвецу. Не отдается? Не, есть. О! О! Это клоун-оно, Пеннивайз. Ничего себе. И мы все уже прошли. Пока, Пеннивайз, исчезни. Все, последний ключик. Ага, только здесь смотри, еще что-то. А, как раз этот пароль самый сложный. А, вот это что ли? Да, ну что ж, ребята, понеслась ускоренная съемка. В конце я смонтирую, как мы это все откроем. Ох, ребятушки, по-моему, мы приближаемся к ответу на эту задачу. Так, что у нас там? Нам дают лом. Похоже больше на собачью лапу, честно говоря. Без лома нет приема. Давай. А что? А, мы его не взяли. Фу, мы освободили чудика. О, здрасте, красавец. Ну и что нам расскажет? Вот я и свободен. Но пока мы искали ключи, наступило утро. Так что можешь запереть меня обратно.
Время игры 11 минут, но, кстати, неплохо. Мне тут интересно, а кто его закрыл там? Так он же сам закрылся. А как он закрылся? Он же лежал внутри. А вот замки снаружи. Да, вот на это нам ответят подписчики. Как чудик закрыл себя снаружи? Пишите в комментариях. И всем удачи и до скорых встреч. Спасибо за просмотр. Посмотрите первую часть у Веснушки на канале. Всем пока. Пока, друзья.